Всем здорово, с вами Артю Триманс. И это какая-то часть на Dead Space. И здесь я вот застрял, и, собственно, надо продолжать. Прекрасно. Так вот, этот придурок со своим. Так, я должен здесь взять штуку эту. Я запомнил, что она, собственно, здесь находится. Сдох. Блин, вот это оружие мне не нравится. То, что оно стреляет через раз. То есть, как бы, некогда дисбаланс какой-то получается. Да, все, я с этим призраком справился. Так, патроны. Ну, в общем, серьезная вроде бы пушка. Серьезная вот эта вот пушка, на самом деле. Что она, во-первых, стреляет отличными пулями и, собственно, убивает с первого раза, если нацелишься в голову. Да, вот нацелился в голову, и меня вот... Я убил его с первого раза. Опа, 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 черт! Да меня сейчас убьют! Черт! А бот это... блещут интеллектом. Они отходят, когда перезаряжаются и все такое. Да, жизни. Так. По-моему, всех завалил. Что ж, идем к очередной двери, и вот жизнь лежат. Я все, чуваки, вот 100% после этого начну прохождение Assassin's Creed 3 и одновременно... Опа, дверь. Почти конец, чуваки, этой игры. Вот здесь нужно три штуки взять, поставить точнее. Сейчас мы их, собственно, будем ставить. Так, они находятся где-то вон там или там. Нужно в каждую часть, собственно, заходить. Я не понимаю, на что влияет вот это вот, собственно, оружие второе. Непонятно, на что оно влияет. Электричество какое-то. Ну, в общем, это все, наверное... Оно не стреляет почему-то, я вот нажимаю, да? Стреляет, в общем, через раз, и то не попадает. Я не знаю, что происходит с врагами после этого. Так что... Следи. Так, нужно крутить этой хренью, что ли, как я понял. Что это с ногой у него? Так, ладно. Так, нужно взять, да, эту штуку. О, прямо. Физика! Физика игры все равно говно, но... Ну вот, я целюсь, торможу. Во! Наконец-то. С первого раза вроде бы его накрыло. А, вот что за него дали. Так. Так, ни хрена. Ни хрена. Да. Вторая вон.
Что за? Почему она остается? А, вот да, все, поставил. Так, кинул гранату у меня, да? Но не попал. Ладно, идем к третьей. Да, мне определенно нравится это оружие. Враги прямо отлетают от всех вот этих стрел. Очень круто. Так что будем апгрейдивать это оружие до конца игры. Блин, поскорее бы эти вот костюм. Мне нужен новый костюм. Если вроде бы мне нужен костюм из второй части. Замечательный костюм из второй части. Он просто охренительный. Так, нельзя пока что. Нет, давайте что-нибудь другое поставим. Так, пилорез, сеймонатор, плазма стрелкового оружия. Гидравлическое. Ну, давайте поставим гидравлическое. А, не-не-не. Дать новый блок. Нет. Никак. Сейсмоанализатор. Ну, давайте сейсмоанализатор. А, это бомбы. Бомбы кидать. Бомбочки эти сраные. Посмотрите, текстуры моргают. Да. Вау. Это не очень круто. Во! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Давай. Да, наконец-то. Добавлено задание. Возвращаемся куда-то, да. Вот, дверь открывается. Отлично, Карл, очередная дверь открыта. Судя по всему, мы близко к центру. О май гад! Мы практически в конце игры. Блин, чуваки. Если игра в коопе, то обязательно для тех, у кого нет, знаете, дополнительной, ну, у твоего, например, друга нет лицухи, и сделали по сплитскрину бы, и это было бы очень круто. Но раз разработчики не сделали такую замечательную возможность, то как бы, было бы на самом деле круто, вот, знаете, видеть то, что... По сплитскрину можно будет играть, типа, ну, хотя бы разделенные экраны, промеж одного, но все равно это круто играть с другом. Например, Resident Evil 6 такое, собственно, присутствует, но вот именно в Dead Space 3 оно отсутствует. Интересно, вот знаете, почему вот, например, круто, реально было бы играть с другом по сплитскрину. Я вообще люблю играть по сплитскрину, потому что, знаете, вот в то время, когда эталоном, типа, компьютерной игровой индустрии, не компьютерной, а просто игровой индустрии были Дэнди Сегой, ну, я хочу сказать конкретно о Сеге, там были игры по сплитскрину. Знаете, тот же Road Rash. Или Road Rash. Ну, в общем, я помню только Road Rash, и там можно было с другом играть. Там разделенный экран. Конечно, ни хрена не видно, но. Все равно. О, привет, Карвер. Мы в конце игры, чуваки! Мы в конце игры. Элли! Айзек, не делай этого. Послушай, не делай. Отдай кодекс, и она твоя. Нет, Айзек, слишком много на кону. Так, давайте все успокоимся. Отдай кодек. Или я прикончу ее. Нет.
Айзек, что ты делаешь? Другого шанса не будет. Если он отключит машину, погибнут все, а она... Все до единого. Не брат, Винсу. Нет. Погибнут все, да. Погибнут все, кроме Элли. Но, вроде бы, и Айзек с Карвером тоже будут живы. Но, непонятно как. Я на DLC не полностью проходил так. Так что... Давай, сдохни, очкарик. Долбанный доктор Осьминог. О, господи. Элли, когда я закончу с этим, все уложится. Все, тебе пора. Нет. Мы двое должны свалить отсюда. Возвращайтесь. Я расскажите. Я, короче, один. Нет, Карвер, мы вместе погибнем. Я тоже угроза близких. Я отвернулся от мира. Своей миссии, Элли. В своем сердце больше нет страха. Тут рядом шаттл. Я хочу, чтобы ты отправилась домой. Нет. Не возвращайся за мной. Мы оба знаем, что все останется. Все осталось. Иди же. В общем, остался босс, которого... Не знаю, ли с первого раза я пройду. Но на самом деле здесь нужно много чего сделать. Это, во-первых, попрыгать, побегать, как всегда, и побивать некроморфов. Так вот. Проклятие. Глава 19, конец. 19? Почему не 20? Почему не 20 глав? А, нет. Глава 19, конец. Еще когда будет глава 20 и убить на босса? Ну, я не знаю. Почему они сделали нечетное количество глав? Карвер, я вижу машину. Надо добраться до нее раньше, чем... понял, встретимся там. Майн гад, что здесь творится, господи. Вот на самом деле это самая хардкорная миссия вообще. Я ее, наверное, не с первого раза пройду. Тем более за мной движется пропасть, или пустыня, или что это вообще. Типа, чувак, если ты быстрее, чем вот это вот вихрь, ну не успеешь, собственно, добежать до места, тебя, короче... Убьет мой ветер, который там находится сзади, который уничтожает всю эту землю. Она... не знает, что здесь становится. Не знаю, как еще. Точь в пещеру. Некроморфы. На этот раз я с вами справлюсь. Видимо, это последний костюм. Точнее, не последний. Нужно еще пройти сложный уровень самый. И ты ее получишь. Но мне лень. Все, это последний раз, когда я играю в эту игру. Ну, не последний. Я еще, может быть, с Михой буду играть ее в коопе. Кстати, я знаю этих людей, которые... короче, есть канал у них. У них много подписчиков. Я их иногда смотрю. Если, конечно, у меня есть время. Ну, как бы у меня есть время. Время-то у меня есть. Но дело в том, что я вообще смотрю видео в интернете. Смотрю только от... Что-то там. Какие-нибудь любительские обзоры или... летсплей. О, летсплей я нет, не смотрю. Всякие там видеоблоги от Мэдисона. Ой, фу ты, какого Мэдисона? Ну, от Мэдисона видео смотрю. От Хованского, от... этого Нефёдова со своими шкалоблогерами. Я себе улетел, но я тебя поймал.
Так вот, о чем это я? Я уже забыл. Чего не туда, вверх-то косится? Точнее, летит. А, вот. Мы, короче, что я хотел сказать. Есть вот, есть канал, там проходят игры пацан да девушка. Вот. И, блин, я помер. Ну ладно, хрен с ним. Все равно я смогу эту пройти миссию. И все. В общем, там вот этот чувак снимает видео, но потом, как бы он заснял все полное прохождение без кооператива Dead Space 3. Но потом еще в кооперативе его прошел. Я не понимаю тех людей, которые два раза проходят одну и ту же игру и при этом снимают на нее летсплей. Но я понимаю то, что можно два раза пройти игру, например, такую как Dead Space, да? Но зачем ее записывать? Ладно, вы в коопе-то играете. И что с того? Надо было сразу записывать в коопе. Так. Давайте же. Первый готов. Ох ты, ё-моё! Привет, чувак! Как у тебя дела? Это самый, блин, сложный из боссов. Ну, не из боссов, а вот таких вот огромных монстров. Кстати, их здесь вроде два, как я заметил. Да, я его победил. Чё они разлетаются? Меня... Класс! Класс, чуваки, блин. Как же так, а? Последняя миссия, я ее пройти не могу. Кстати, не с первого раза, на самом деле, я проходил вообще, да? Так что неудивительно. И тем более, это же средний уровень сложности, я-то проходил на... На легком я проходил. Так что сейчас мне еще сложнее. Да блин, я... Все, чуваки, тут уже без всяких слов, я просто уже застрял на этом месте и все. Ладно. Ладно, 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 вы меня уже достали. Что-то я в прошлый раз, когда шел, их не было столько много здесь. Был всего один, точнее вот два максимум. А теперь их появляется еще больше. То есть они что ли распавнятся? Давай, ты уже сколько раз перезарядился за сегодня? Наконец-то я создал оружие, которое их реально убивает. А не так делает вид. У меня же есть этот охренительный бомбомет. Так что... Сейчас все будет супер. Сейчас давайте кинем бомбочку. Так, никого нет. Черт возьми! Я же вроде бы убедился, что было никого. Он живой? Да не может такого быть. Черт возьми! О, господи, вот все, чуваки, я все застрял на этом месте и с концами теперь. Ну хотя бы здесь был жизнь. Хотя бы у меня есть замедление времени.
А бомб-то мало осталось. Блин, а кто меня убил? А, я вспомнил. Это долбанный ветер, значит, надо не останавливаться, главное не останавливаться. Вот там уже постойте. Четвертый, надо не останавливаться, все, я понял. Не останавливаемся, бежим. Они сами сдохнут в любой момент. Не останавливаемся, бежим. Они сами сдохнут в любой момент. What the fuck? Черт, черт, не-не-не-не, стоять! Так, некроморфов нет. Надеюсь, это урон им приносит. Это если нет, то я крот, точнее краб. Точнее, я дурак. Трачу патроны. Так. Не-не-не, стоять. Черт возьми! Уничтожайтесь! Нет! Нельзя медлить, черт! Бежать! Быстрей! Come on! Быстрей! Let's go, funny! Yes, I do! Good luck! Взлет! Навигатор вперед! Да! Дальше ведь самое, блин, сложное. Господи, только не эти камни. Я здесь уже застревал раз 5. Нет, больше. Раз 9. О, спас. Ой, спасибо, что я выжил. Thank you за то, что я был самим собой. Давай. Хоть бы там что-то есть, хоть бы там есть чего-то там, патроны или жизни. Черт, там уже надвигается, быстрее. Come on. Как... Фига себе! Блин, одни патроны, не одни жизни. Быстрее! Давай! Главное не отвлекаться ни на кого. Он все равно не пойдет за мной, если я зашел в какое-то помещение. О, господи, что происходит? Что сейчас было? Так, не отвлек... Да блин, они как специально вот. Скорее. Ни одной даже жизни нет. Фак. Да чё я замедлился? Куда идти-то? А, вот.
О, слава небесам. Слава. Так. Станок. Так. Все. Ага. Что-то надо поставить. Прям стрельбы, конечно же. О, жизнь. Гардероб! Гардероб? Чё, у меня не на... нет костюма. Фак. Почему нет костюма? Вот это вот точно железный человек. Морда похожа сильно. Улучшить X. Нечаянно взял улучшить, конечно же. Кровавая луна. О, господи. Полеты. Полеты. Башка, что у тебя с башкой? Твоя маска. What the fuck? О, господи. Вот это самый сложный полет. Давайте еще со slow motion. Фу. Справился. Так, не надо ускоряться вот на этом моменте, мне кажется. Совсем не стоит. Вот что это? Вот эти вот придурки, да? Что это за существа? А, вот, я вспомнил. Они из людей в черном. Как эти четверо таких мутантов. Вспомнил. Привет, глаз! Рыба! Вот он, самый главный босс этой игры. Это рыба. Чё? Рыба? Цель, самая главная задача глаза. Цель. Тебе нас не достать. Чё, стрелять надо или чё? А, во! Да, один готов. Как он глаза закрыл без всякой анимации. Даже не нужны патроны, чтобы вас убивать. Ты уже раскрыл свои глаза. Так, так, так. Белиск, Белиск. Где же ты, мой дорогой? А, вот ты где. Черт возьми. Анимация. Воу. Wow.
черт, я с патроны взял, кинул. Так, где? Вон, близко. Обал! Да! Еще один глаз уничтожен. Остается такой вот стрелять. Мне уже надо ехать. Черт, их вытягиваем. Боже. Близкий, где вы? Обелиски. Вот ты где, мой красавец. Черт! Ты теперь не можешь расставить. Чувак, все больше и больше, и ничего остается, как только стрелять его. Черт! У вас slow motion, что ли? Ну, короче. Так, обелиск. Да! Попал. Я надеюсь, это конец. Ну чё, я вытаскиваю тебя. Big time event, блин. Давай. Мы используем кодекс. Ага. И хоть все серьезно, мы помрем все-таки. Земля есть будущее. Ну вот все, дорогие друзья. Вот и конец всей игры. Dead Space 3. В очередной раз я прошел очередную игру. И хотел бы сказать то, что игра замечательная. Сюжет в ней просто превосходен.
отличная графика, ну и великолепный геймплей. Особенно во второй части. Ну вот, мы видим, собственно, в конце плачущую Элли. Я думал, что Айзек сдох, но на самом деле вроде бы не сдох, на самом деле. Айзек. 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 Ты там? Карвер. Айзек. Где вы? А не бойся, я не живу, просто рация из башки вылетела. Сигнал близко. Он тоже пропал. Айзек, ты смог. Тебе правда удалось. Координаты Земли подтверждены. Гипердвижок активирован. Ну, в общем, Элли вернулась на Землю, на нашу родную Землю, на планету Земля. Вот. И все, собственно, на этом игра заканчивается. Надеюсь, что в будущем мы увидим продолжение. Но не думаю, что она будет. Ганнер Райт в роли Айзека Кларка. Ганнер Райт. Вау. В роли Джона Карвера, Рикардо Чивира. Роберт Ганг в роли Саймон Теймон. Ну, это, наверное, просто актеры, озвучивающие персонажи. Ну, это понятно. А, нет, это, наверное, ну, те, кто, знаете, лицо вот этого персонажа. Надо, кстати, будет погуглить, посмотреть, собственно. Оригинальные, собственно, лица. Dead Space 3. Vizcarel Games создала эту игру. Эй, я могу? Нет, я не могу, собственно. Выключить эту заставку. Что ж, с вами был Арти Триман. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых прохождений и ставьте палец вверх. Ах да, нам пройти дался. Ну сейчас пройдем, собственно. Только это будет в следующем моем видео по Dead Space 3. Всем пока и спасибо за просмотр.